солнцезащитные очки, пожалуй, один из немногих аксессуаров, которые появляются в модных магазинах задолго до наступления сезона. Так уж сложилось, что каждый год вместе с новыми коллекциями специалисты оптической моды привозят в Челябинск новые марки. В этом сезоне симпатии оказались на стороне бренда Balenciaga, яркого представителя премиум-класса. Внимание байеров привлекла не только стилистика оправ, но и история самого дома. С 20-го года, если не ошибаюсь, Balenciaga организовал свой торговый дом и на протяжении 30 лет радовал модниц дорогими, красивыми нарядами. И где-то в 67-м году эта марка прекратила свое существование, и, как говорили, он ушел как настоящий художник. На протяжении 30 лет эта марка не существовала, и где-то в 90-х годах возобновила свое существование благодаря талантливому французскому дизайнеру Николя Гисье. Это роскошь, да, но молодым дизайнерам удалось сделать такую линию, которая без каких-то дорогих элементов придать этой коллекции очень дорогой вид. Как говорят ценители, дух и история бренда передается через тактильные ощущения. Мало лишь просто взглянуть на Шанель, оправу с легендарным логотипом нужно взять в руки. Оправа, которая центральная часть, выглядит очень лаконично в тенденции, в принципе, со всеми, но тактильные ощущения, то есть, когда ты одеваешь, абсолютно иные. Это надо мерить, это надо чувствовать. Минимализм, да, такой классический минимализм, это золото, да, и в то же время присутствует такая змеиная расцветка. В гардеробе современного человека очков должно быть примерно на треть меньше, чем одежды, но также на все случаи жизни. С этим согласилась и наша героиня. Светлану Сергеевну мы застали в момент выбора солнцезащитных очков, и нам удалось выяснить некоторые ее предпочтения. Прошлый год, например, фиалковый цвет был очень моден. Поэтому я вот пришла, очки выбираю и думаю, что есть смысл мне повториться, поскольку фиалковый цвет в этом году остается модным. Мне вот эти вот очень понравились очки Валентина, да. И цвет хороший, потом мне нравится очень очки с перехода. Взгляд у женщины такой какой-то загадочный, как бы глаз есть, и в то же время его нету. Но это несколько повторяется макияж смог, который из моды никогда не выходит. Вот еще отобрала я себе вот очки, которые мне тоже по форме очень понравились, и по дизайну. Ну, достаточно такая качественная, скромная оправа, это очки Шанель, новая коллекция. Солнцезащитные я тоже предпочитаю, конечно, носить хороших таких дорогих брендов. Но потому что, как бы там ни было, бренд, он отвечает за качество. И если что-то меня не устраивает, я всегда знаю, куда мне можно обратиться. И самое главное, я себя не обманываю. Роберто Кавалли, ну тоже опять-таки, себе не изменяю, вижу это тонированное стекло, коричневых оттенков, очень люблю коричневые цвета, шоколадные, холодные, вот как раз тут это я все вижу, аккуратные очень дужки, ну и форма сама, вот объем на лице, причем объем очков такой очень изящный, очень элегантный. И в завершении напомним, что в моде не конкретные вещи, а имиджи вместе со всеми его компонентами – одеждой, ситуацией и манерой поведения. Поэтому выбирать нужно не просто конкретную форму, а ассоциацию – строгости, роскоши или эпатажности. В этом случае очки станут еще и инструментом для создания определенного настроения.